Всем приветики. Привет, Дим. Привет, как ты? Я в диком шоке. Привет, Наташа, спасибо. От того, что со мной происходит. Я в расстроенном состоянии, что это все со мной. Наверное, я буду праздновать Новый год в кровати. Случилось то, что у меня на протяжении долгого времени, где-то с 12 часов ночи до 3 часов дня сегодняшнего, была температура 40. И это было так больно, у меня ломало все тело. Да, видимо, я рано полетела после операции, но врачи мне сказали, что это никак не связано с грудью. Никак не связано даже с питанием, с акклиматизацией, что я поймала просто какой-то вирус. У меня дико болело горло. Я не починила телефон. Я здесь. Связь вообще как? Посмотрите, какого цвета у меня. Посмотрите, какого цвета у меня руки. Они очень опухшие. Я в шоке просто, что я буду праздновать Новый год. Вообще вся моя поездка пошла коту под хвост. То, что я все время плохо себя чувствовала здесь. Просто я понимаю, что я не могу больше летать на далекие дистанции. Куда-либо мне все время плохо. Мне здоровье не позволяет путешествовать и наслаждаться жизнью вообще так, как я хочу. Потому что все время, куда бы я ни прилетела, если лететь, я не знаю, даже 6-7 часов, мне все время потом плохо. Я отхожу очень долго. Просто понимаю, что я даже не могу путешествовать. Что я нахожусь вообще на другом конце земли, и мне все время плохо. Я просто в шоке. Как мне куда-то летать? Я просто собиралась лететь потом на Бали. 2 числа я собиралась лететь на Бали. А то, что я лежу в этой больнице, мне уже насчитали чек 21 тысячу бат. Это 42 тысячи рублей. Я просто в шоке от всего происходящего. Просто в шоке. Да, я реально хотела как лучше отметить Новый год, весело провести время. Что прилетело, мне все время было плохо. То есть я думала, ладно, у меня акклиматизация. Просто я в шоке. Что сказали врачи? Да они сами не знают, чего они меня лечат. Я уже вон вся красная в какой-то. Не знаю, мне кажется, мне уже капельницы это не подходит. Я не знаю, ну понятное дело, что все будет хорошо, уже через 5 дней все будет хорошо, но просто то, что постоянно, когда я куда-то лечу, мне все время плохо, все время. И что мне, я не знаю, мне что, теперь никуда не летать, дома сидеть?
просто грустно так. В этой аптеке, в этой больнице, то есть. Я просто сижу вся опухшая, не знаю. Не знаю, что делать. Да я сдала кровь, сдала мочу, все сдала. Что со мной, непонятно. Когда температура была 40, я просто как... Меня сюда привезли, как какую-то наркоманку, потому что у меня голова вот так была внизу. Меня вот так вот трясло. Это было так больно, у меня ломало все внутренние органы, у меня ломало просто каждые пальчики, все ломало. Не знаю, что делать. Как все началось? Началось все через 3 дня, меня стошнило. Я думаю, ладно, здесь такие дороги, серпантин, мне плохо стало просто. А потом еще что-то, слабость. И вчера мы были на бич-клабе, там было так здорово. У меня совсем не было аппетита, я 2 дня уже ничего не ела. И мы потом вечером приезжаем в ресторан, я заказываю себе стейк, картошку. Я понимаю, что я уже 2 дня не ем, и я не могу есть. Мы приезжаем домой, я понимаю, что у меня температура, походу. И потом меня начинает вот так вот резко колотить. Меня привезли в больницу, у меня температура 40. И мне врач говорит, тебе нужно остаться в больнице. Я говорю, я не хочу оставаться. Он в итоге меня не отпускает и говорит, что... Скорее всего, ты умрешь. У тебя очень тяжелое состояние. Пришлось остаться. Да, слабо заботится. У меня просто какая-то инфекция. Мне уже холодно стало. Короче, взяло это все, еда невкусная какая-то, холодная, чай холодный. Всем спасибо за теплые слова. У меня все тело красное, руки размером не знаю с чего. Ну, он сказал, врач, если ты покинешь больницу, ты умрешь, ты можешь умереть. У тебя очень тяжелое состояние. Сейчас я хотела уйти домой, меня не отпустили. С грудью у меня ничего не происходит. Грудь никак не относится к моему состоянию сейчас. Никак. Я ужасно выгляжу, вся опухшая. Сколько ты будешь лежать в больнице? Думаю, что завтра я поеду домой. Так что я не знаю, что мне делать. Добавить Машу. Маша не может. Капец, что за люди, не слушаю никого, выздоравливают. Я никого не слушаю, я не знаю. Чем тебя лечат? Я не знаю, чем меня лечат. У меня капельница, у меня что-то...
Не знаю, что таблетки. Сейчас смотрите, я вам покажу, как я общаюсь со своими медсестрами. Смотрите. Это очень забавно. Сейчас. Hello, come to me, please. Thank you. Мне кажется, это очень смешно. Диагноз будет завтра, когда врач придет. Я не знаю. Грустно, конечно, без мужа, грустно без семьи, потому что никто не может тебя поддержать. Благо, у меня есть огромное количество подписчиков. А прикиньте, вот у меня не было бы подписчиков. Вот я сейчас вышла, с вами пообщалась, мне сразу веселее стало. Так не было бы ни мужа, ни семьи, ни подписчиков, никого. Мань, ты представляешь, что со мной творится? Что мне делать? Что за хуйня с тобой, Маш? Я не знаю, что со мной за херня. Я вообще не знаю. Просто мне 23 года, у меня здоровье как у какой-то, я не знаю, у кого. Как только куда-то лечу, все, мне никуда не вылететь, ничего. Просто. Да, Маш, ты какой-то пиздец. Я понимаю, я каждый раз, когда куда-то прилетаю, у меня все время какой-то трындец. У всех все нормально, у меня то рвет, то поносит, то еще что-то. Вот на далекие расстояния. То температура, то я болею. Телефона у меня нет, просто я его утопила. Вот все в один момент у меня происходит. А, руки, ноги не имеют, я вся опухшая, красная. Ай! Да, Манечка, не жалей меня. Hello. When I dream. Oh, finish? Now. You finish? Yes. Ah, okay. Can now? Yes, yes. I have не менее, как по-английски не менее. А? У меня нога онемела. У меня I have, я не знаю, не менее. Pain? I don't know. I. Oh, okay, I know. When you are. Yes, I know. Okay. Sorry. Боже мой, как колик. Okay. A little bit pain. Yeah. Pain because yes. Yep. Она думает, что у меня судорога, а у меня не менее. У нас она меня лечит от одного, но на самом деле у меня другое. У меня просто не менее, и очень такие, как будто меня с иголками колят. А она думает, что у меня судорога в ноге, и лечит меня от судороги. Но у меня не менее. Короче. Better? Yes. Thank you. Numbness. You know numbness? Numbness? You know? No, I don't know. Просто у меня немеют очень жестко руки и ноги. Все, пипец, это старость. You cannot this. Now, да? Oh, okay. Yes. Thank you.
что такое? Намнес, правильно, она говорит. А что такое намнес? Не менее, да? Намблэк. У меня просто до сих пор она не онемела, она колется, очень жестко колется нога. А, это и есть не менее, да? Мне не помог ее массаж, честно признаться. Утром лежу такая, значит, я вам сейчас... у меня температура 40. Они приносят тазики с водой, задвигают шторки и хотят меня купать. Я говорю, типа, зачем вы меня будете купать? Они такие, у тебя температура. А мне просто даже больно, когда до меня одеяло дотрагивается. Я лежу. Я говорю, нет, типа, купать мне не надо. В итоге они мне что-то голову помыли, тряпками и все. Это было очень странно. Короче, ладно. Я буду ложиться спать. Не знаю. Не знаю, как я буду, что я буду делать дальше. Планы были лететь на Бали. Жить там. Ну просто походу за одну ночь я оставила в больнице. Ладно, не буду об этом говорить. И, наверное, мне лучше лететь в Москву и лечиться. Лечиться от чего, не знаешь от чего. Сестра Лиза, конечно, мне помогает, потому что мы вместе отдыхаем. Что случилось? Какое Бали? Домой тебе надо. Ну, что мне делать дома? Дома холодно. Ну, скорее всего, я и полечу домой, потому что Новый год я праздновать не буду. Что за желтая жижа? Это мне капает в руку. Вот. Мне себя тоже жалко, потому что мне грустно от того, какая я неудачница. Раньше у меня такого не было, раньше я вообще никогда не болела. А сейчас вечно со мной какая-то неприятность. Может, меня глазят? Раньше не было Инстаграма, не было болезни. Сейчас есть Инстаграм, постоянно я болею чем-то. Может, меня реально глазят? Вот недоброжелатели какие-нибудь. Нет, с грудью это никак не связано. Ой, помолитесь по меня, пожалуйста, помолитесь за меня. Я буду очень рада. Кто желает мне добра? Короче, ладно, что-то я читаю много какого-то негатива. Все. Всем пока.